Среди зарослей травы и кустов акации сложно заметить виноградную лозу. Здесь, в нескольких километрах от станицы Гастагайской, в 90-х годах были виноградники. Общей площадью порядка 150 гектаров. В 94-м году аграрии еще выращивали янтарную ягоду и собирали урожай, а после территорию забросили. И до настоящего момента земля пустовала, а о виноградниках здесь напоминают только бетонные колья. Сейчас на этой территории проходит работа, которую оценил заместитель главы Анапы Александр Колесников. Почти 100 человек выкорчевывают старые деревья, убирают засохшую виноградную лозу. Работает специальная техника, трактор для выкорчевывания и специальный измельчитель деревьев. Восстановление некогда плодородных гектаров займет не один год. После раскорчевки землю надо будет оккультурить, избавить от сорняков и корней, и только после этого можно будет высаживать новые виноградники. Андрей Ковальчук, генеральный директор предприятия «Возрождение», рассказал, на этой земле запланирована посадка 40 гектаров нового винограда технических и столовых сортов. В прошлом году на соседнем участке уже начала работать специальная техника. Высажено 14 гектаров виноградной лозы. Хозяйство имеет в общей сложности 3000 гектаров земель. Из них 400 уже под виноградниками, 600 находятся под полевыми культурами. А сейчас находится в таком состоянии. Пока в основном технические сорта. Технические классики, а столовые планируют докладывать. Заместитель мэра Анапы Александр Колесников отметил, ведущиеся здесь работы на самом деле беспрецедентный случай, и анапские власти, в свою очередь, готовы оказать всестороннюю помощь таким предпринимателям. На сегодняшний день мы не зря находимся на этом предприятии, это Гастагайский сельский округ, Возрождение. На сегодняшний день это лидер наших виноградарских предприятий. Мы видим, что у них не только лучшая урожайность в нашем районе, я действительно думаю уже о завтрашнем дне. Мы видим, как ведутся работы по раскорчевке. И что немаловажно, мы сегодня достигли договоренности, видят тот комплекс техники, который действительно подходит для раскорчевки старых заброшенных виноградов, старых заброшенных полей. Мы договорились о том, что будет оказываться весь комплекс услуг для малых ферм хозяйств. Для нас немаловажно, чтобы фермеры также занимались садоводством и виноградарством.